Друзья, всем большой привет, добро пожаловать в Crystal Land. Мы с вами продолжаем проходить Человека-паука Майлз Моралеса. Сегодня у нас с вами вторая часть. Дорога к Человеку-пауку 2. У меня, кстати, прикиньте, я не знаю, с чем это связано. У меня уже второй джойстик на PlayStation 5. Заедает левый стик влево. Я просто не знаю, что с этим делать. Первый джойстик мне нигде не удалось починить. И у меня сейчас вот проблема с моим новым джойстиком. Ну как новым, я его покупал в феврале месяце. У меня заедает вот так вот кнопка влево. Это немножко странно, но окей. Надеюсь, мне удастся нормально пройти паука с таким джойстиком. В общем, полетели к станции метро Гарлема. Я напоминаю, что вторую часть паука я начну проходить на канале 20 октября. 20 октября выйдет первая часть. Поэтому обязательно подпишитесь, там запущу большой розыгрыш. И в первой же части будет купончик на покупку в магазине с хорошей такой скидкой. Ну, в общем, обо всем расскажу уже ближе к прохождению. А мы прилетели к Арену Дэвису, он же наш дядя. Да что происходит? Привет. Вам нужна помощь? Кстати, я Человек-паук. Да, я в курсе. Я Арен Дэвис. Похоже, кто-то повредил датчик. С основного узла идут поврежденные данные. Он на крыше вокзала. Уже лечу. Погоди. Стой! Да? В отпуске. А где другой Человек-паук? А, он в отпуске. Но не волнуйтесь, я справлюсь. Фух, он точно меня не узнал. Ой, он звонит через приложение? Человек-паук? Забыл сказать. Вчера вечером произошел взлом с проникновением в соседний Роксенплайн. Банда под названием «Подполье». Засек. Так, ну полетели тогда, чего я стою? Подполье? Вы знаете о них что-нибудь еще? Они считают себя молодой мафией. Давно обосновались в районе, но теперь у них новый глава. Некто Умелец. Умелец? Спасибо за наводку. А вы часто вызываете Человека-паука, ну, на помощь? Без этого приложения с тобой было не связаться. Но я видел в новостях, как ты уложил носорог. Вот и решил, что стоит тебе позвонить. Ясно. А вы давно работаете в метрополитене? Не, устроился в прошлом году после того, как брат... Короче говоря, решил все поменять и попробовать новую работу для начала. А поезда, которые ломаются в мою смену, совсем не делают мне честь. Зато, когда мы их починим, сможете сказать начальству, что проявили инициативу и воспользовались приложением паучка. Так и сделаем. Удачи, знаешь. Блин, такая классная зима в Нью-Йорке, очень прикольно. Давайте слева облетим здание, а то слишком будет долго. Ну вот сенсоры. На этом как-то уж очень много проводов. Они мешают сигналу. Сейчас выясним. Куда же идут провода? Вы знаете, я подумал, что даже если я не успею допройти Майлза Моралеса к выходу второй части Паука, хотя, мне кажется, успею, посмотрим точно, то я в целом мог бы, допустим, по-любому, я по-любому вторую часть начну с 20 октября. Блин, где ж провода? Ну где они? А как мне попасть сюда-то? Надо идти по кабелям от датчика. Странно. Как не попасть в эту комнату? А, вот, наконец-то. Воу, приветики. Надо попасть в этот сарай. А, все же эти гаджеты у нас есть.
Давай посмотрим. Сигнальное реле что-то блокирует. И в общем не договорил. И Майлз Моралес я пройду либо после уже второй части Паука, либо параллельно, посмотрим. Мне кажется, это будет не так страшно. Но хотелось бы пройти все до, естественно, чтобы быть полностью погруженным в историю. Датчики снова в норме. Что ты сделал? Разобрался с парнем, который их сломал. И похоже, он тут забыл свои игрушки. Знаете, я попозже перезвоню. Ого! Пожалуй, пригодится для голодронов Пита. Так, эти, да? Отлично. Отлично. Здесь необычные радиочастоты. Попробую отследить их. А. Кажется, по городу таких еще немало раскидано. Ну, погнали. Воу! Надо опробовать новые голодроны. У него голограмм! Береги! Эй, подполье! Мы что-то слишком часто встречаемся! Что есть, то есть. Он в воздухе! За ним! Так, ну где еще один? Давай, иди сюда. Надеюсь, поезда снова ходят. Надо связаться с дядей Аароном. Алло. Мистер Дэвис? Ну и как там дела? Сигнал есть, но поездов на путях не вижу. Похоже, какие-то неполадки в депо. Ваши датчики повредили парня из подполья. Интересно. А Роксон когда-нибудь возил униформу на метро? Роксон? Метрополитен сделан для перевозки людей, а не груз. Эту ветку перестроили после возведения Роксон-Плаза. Значит, они пользовались ей втихую. Пожалуй, осмотрю ее. Кстати, вы упоминали брата. А еще родственники есть? Давненько их нет. Многое в жизни поменялось. Взять какие-то работы. Я скучаю. Особенно по племяннику. Мы раньше писали биты. Может, теперь вы будете видеться с ними чаще? С ними, с семьей. Надеюсь. Такой да. Тоненький намек. Пора бороться с подпольем. Пока. А вот совсем чуть осталось. О, и они здесь. Жесть. Да, блин. Может, получится помешать. А, враги поднимут тревогу. Давай, окей. Быстрее. Сам знаешь, умелец ждать не любит. Их нужно разделить. Куда ты так торопишься? Это был за шум. С пауками. Красиво. Не смотри на меня, не смотри. Кого? Пора пробовать визор Пита. Супер. Теперь я их выслежу. Так. Окей, давайте вон того, он одиноченьки стоит. Думаешь, это все сработает? Если нет, умели придумать. Воу. Ах, черт. Блин. Я что-то этот тупанул. Я не это хотел сделать. Совершенно. Но не получилось слегка. Что это было? Видел, какие у нас пушки?
Блин, они вообще что-то не разделяются. Отделка, капец, они нас обзывали. Такс. Какой смешной звук она издала. Эй, Джайна, как оно? Джайна? Черт, проверьте кто-нибудь, что с ней. Принято, уже проверяю. Давайте сейчас, потом будет поздно. Мы сильнее. Отлично. Время съест. Так, кто еще у нас тут остался? Ну, пожалуйста, будь... Нет, не хочет. Это явно Человек-паук. О, отлично. Что это? Супер. Ой, не заметили, да? Не заметили. Надо вон туда пойти. Тут точно нас не заметят. Блин. Он ушел к тем троим. Но он безопасен. Так, осталось этих двоих. О! Точно будет синяк. Отлично! Стелс удался. Так, что дальше? С ними разобрался. Теперь вернем поезда на пути. Пульт управления, наверное, в офисе. Умелец. Дядя сказал, ты их лидер. Облом. Они пульт сломали. Придется возвращать поезда на пути вручную. Или путиной. Так. Использую поворотный круг. Вращаем круг, тянем вагоны паутиной. Придумать, как поставить 3 поезда перед служебным тоннелем. Уже почти. Так, остальные это какие? Ага, отлично, теперь остальные. Подполье выслеживает поставки Нуформы и перекрывает пути. Может, они не хотят, чтобы Нуформ попал в город или... Что? Так, все, я понял. Все, теперь понятно. Так, вытягиваем эту штуку сюда. Вот таким вот образом, да? Отлично, и поворачиваем. Должно сработать. Вагоны уже на путях. Осталось дать электричество. Этот пульт они тоже сломали. Но генератор цел. Такой, знаете, ультрасовременный генератор. Да. Так я смогу запитать вагоны. Наверное. Моя паутина проводит ток. А
Отлично. Давай, старое доброе метро. Есть! Эй, мистер Дэвис, у вас что-то изменилось? Панели светятся, как праздничная елка. Ты молодец. Был рад помочь. Если еще что-то случится, пишите в приложение. Подожди. У меня есть кое-что для тебя. Это безделушка, но... Для меня? Мне нужно как-то отблагодарить парня, который спас мою работу. Класс, класс. Надо возвращаться. Привет, Майлз. Мы уже в Европе. Как там первый сольный паучий день? Да неплохо. Уже обнаружил заговор в собственном районе. Классика. Есть план? Да я так, импровизирую. Настоящий человек-паук. Короче, если что, звони. Я, конечно, за океаном, но это ничего. Обязательно. О, и спасибо за подарок. Очень круто. Ты его заслужил. О, МЖ зовет. Мне пора. Пока. Да, в принципе, знаете, что хочу попробовать? Так. Это прямо вот здесь, да? Так, переместиться. А, наша новая квартира. Ну окей, давайте сюда просто долетим. И дальше уже посмотрим. Маз такие прикольные штуки делает в полете. Очень прикольно. Мы на вершине топа приложений в Нью-Йорке! Как только закончишь с дядей, зацени сам. А, кстати, он же пока не догадался, да? Пару раз чуть не попался, но все путем. Заценю сразу, как закончу тут. Пока! Централ Парк, как красиво, блин. Крутяк. Вот так вот прикольно, да, вот так прогуляться? Круто, что следы. О, белочка. Не, детализация очень крутая, а вторая часть будет еще круче. Закончу помогать дяде, поговорю с Финой. Да, мистер Дэвис, я почти на месте. Поторопись, Человек-паук. Тут подполье. Устанавливают бомбы на пути. Бомбы? Настоящие? Похоже, им не по нраву твоя помощь. Буду так быстро, как только смогу. Держитесь там и сидите тихо. Надо нам помочь дяде. Хотя он и сам может за себя постоять. Но все же. Сразу взорвем лучше. Еще один.
Воу. Блин, у меня 25 секунд. Сначала бомба, потом все остальное. Значит, прошлой ночью вы выяснили, что Нуформ перевозят поездами, а сегодня вы напали на поезда. Зачем? Уничтожить Нуформ или украсть? Воу! Воу! Лови. Отлично. Супер. Ну и вроде все сделали. Молодец, парень. Поезда вернулись. Отличненько. Подполье смылось. Сработал что надо. Ура. Хэппи-энд. Так, о, новый костюм. А это хорошо, потому что... Ой, какой классный этот. Ну, все-таки, вы знаете, в нем что-то есть. Вот в этом он такой какой-то простой. Ну, прикольно, мне нравится. А, вот этот нам доступен. Хм. Так, модификация. Так, уменьшение урона получаем от выстрелов. Модификация позволяет визуализировать звуки боя. Звуки боя, что я несу. Так, повышение шансов найти боеприпасы для гаджета, увеличение дальности. Ну окей, оставим пока это. А, так, это вон. Так, нам не хватает. Окей, давайте костюм поменяем, так как... О! Трексьют. Давайте его, в принципе, наденем. Почему бы и нет? Он выглядит очень даже здорово. Ну, вот этот пока не будем. Но вот этот очень даже мне нравится. Давайте с ним. Вы в порядке, мистер Дэвис? Не, ну костюм топовый. У меня даже фигурка такая есть. Благодаря тебе. Фанка. Вот, возьми. Годовой проездной на метро. Майлз Моралес. Я имя верно указал? А откуда... Капец, да, как? Ну, блин, ну это реалистично, что он узнал. Погоди, Майлз. Я догадался, когда увидел вчерашние новости. Ты скакал вокруг сбежавших заключенных, раскидывал их налево и направо. Я сразу же вспомнил, как мы с тобой и твоим папой играли в парк. Ты был шустрый. Но сейчас шустрее. Не волнуйся, маме я не скажу. Обещаешь? Обещаю. Какой ты стал? Видел бы тебя твой отец. Он бы рассердился. Он бы точно рассердился. Значит, ты заменил другого человека-паука? Не, он просто сейчас в отпуске. Ясно. Я оставил тебя за главным. Ага. Куча ответственности для такого мальца. Вроде справляюсь. Надеюсь на это. Но послушай. Влипнешь в историю, звони. Я тебя не брошу. Понял? Понял. Спасибо, дядя. Так, дядя узнал, кто мы. Ну, ничего страшного. Так, что у нас в приложении? А. Ты сказал в приложении. Так, у меня угнали машину. Грабеж. Займусь патрулированием. Похоже, ты его ограбили. Надеюсь, я смогу помочь. Да, мы тут. Человек-паук! Эй, я здесь. Что, не ты, мой кот? Назвал его в честь настоящего Человека-паука.
Какие-то придурки ограбили мой магазин. Кажется, и Человека-паука забрали. Ужасно! Куда они пошли? Я слышал, они собирались на подстанцию в 2 кварталах отсюда. Я найду их. И кота тоже. Конечно. Думаю, это так, не повредит. Ну погнали. Как доберусь, надо позвонить Ганке. Интересно, что они забыли на подстанции? Тут можно пройти. Ганке, выручай. Какие-то хмыри ограбили магазинчик Тео и удрали на местную подстанцию. Странно. Я буду с тобой. Воу-воу-воу. Прямую трансляцию. Трансформаторы? Так, мы обязаны спасти этого кота, потому что он прекрасен. Время сиеста. Стреляй, режь провода, делай, что сказано! Я не просил. Как ему не перебить? О, черт! Боже, куда? Вот тебе! Будет больно! Отлично, отлично. Напряжение на подстанции упало до 64%. Ищи запасную цепь. Классно придумал насчет запаски. Ты в этих геройских делах мастер. Я просто зритель. Надо найти. А вот и он. Блин, милаха. У меня же у фигурки Человек-паука Майлз Моралес Хот Тойс тоже есть. Человек-паук спустился в шахту лифта. Ну как мне забраться-то? Тебе, Человек-паук, держись. А, вот так вот. Оп. Теперь сюда. Ну давай, иди сюда. Не хочет, а? Человек-паук, стой! Какой он шустрый. Я знаю, что нужно этим парням. В том квартале есть банк. Нет тока, нет сигнализации. То есть, если дать электричество, они не ограбят банк? Профилактика преступлений. Лишь те, кто способен предвидеть будущее, могут... Отлично. Мне пора. Мы так не планировали. Кто привел сюда человека? Где ты там? Давай поиграем. Отлично. Похоже, им кто-то платит. Есть идеи, кто? Чё? Так, напряжение на нуле. Я понял. Включаю аварийное освещение. Так, чтобы восстановить питание, заряди все запасные цепи. Займусь. Хм, у меня прям интуиция меня сюда и повела изначально, но почему-то у меня не открывалось. Нужно было, наверное, дождаться, пока Ганки что-то скажет. Они отправили ломать одну подстанцию. Привет! Кто вам платит? Я его знаю! Серьезно! Кто спланировал ограбление? Малявка! Так нечестно! Так, дальше. Нужно найти запаску. Ну, где она? А, вот она. Ну, отлично. Ладно, надо идти. Найду главный генератор и постараюсь починить. Эти парни все говорят про своего босса.
Есть идеи, кто это? Чувак, много кто в городе грабит банки. Стоило попробовать. Это главный переключатель. Сейчас разберусь с этими парнями и потом что-нибудь придумаю. Это было? Он мой! Эй, парни! Забудь! Тихо, не получится! Держите меня подальше, клоун! Берегись, он в воздухе! У тебя нет шанса, отлично. Сам напрочь. Что с переключателем? Панель не подключена. Так, все вижу. Есть контакт. Надо перенаправить ток. Дерну переключатель. Да будет... Кот-паук. Иди сюда. Человек-паук? Я не отдам его. Это невежливо. Я пытаюсь установить с ним связь. Не лезьте в свое дело, сопляк! Береги башку! Ты мой! Приверните его! О, красота, красота. Блин, почему у него не сработало? Берегись паутины! Да я не успеваю, отлично. А, еще. Только там никого нету. Так, теперь точно. Надо включить. Красивый котик. Пошли отсюда, Человек-паук. Ну что, электричество дали, ограбление предотвратили, кота-паука спасли. Насыщенный денек. Я напишу о грабителях и их боссе в приложении ДСЧП. Может, кто-нибудь подкинет зацепки. Давай, до связи. Эй, Тео, у меня для тебя сюрприз. Да ну. Какой? Классная идея с этим котиком, очень классно. Хорошо нагулялся. Спайдермен. Очень прикольно. Папочку чуть инфаркт не хватил. О, из-за тебя, из-за тебя. Из-за тебя. Спасибо, другой Человек-паук. Спасибо. Да. Не за что. Отлично.
Привет. Удалось выяснить, на кого работали те катакрады? Я нашел пару зацепок. Ограбление заведений в Гарлеме и какие-то беспорядки в приюте Пир Север. Похоже, это те же парни. Как будут подробности, напишу в приложении. Класс! Спасибо! Майлз, мы встречаемся сегодня? Ты мне так и не ответил. О, да, прости. Я что-то совсем замотался. Ну, сейчас свободен. Где? Класс, угол 78 и Вест-Энд. 78-я? Научный центр? Почему там? Увидишь. Не опаздывай. Где? 78-я и Вест-Энд. Помню, знаю, о чем она говорила. Пожалуй, поспешу. Блин, как туда попасть? А, вот здесь, наверное. Отлично. Супер. Мне совсем не стыдно воровать у подполья. Привет, сынок. Мой любимый фургончик с едой будет сегодня на митинге. Ищи эмблему «Гигантский гирос». Ну, спасибо за совет. Оу, мам, хотел спросить. Ты ведь знаешь обо всем, что происходит в Гарлеме. Ты слышала про подполье? А, да. Они портят имущество Роксона и, кажется, набирают подростков по всему району. А что? Они и тебя пытались втянуть в свои проделки? Нет, нет. Мне дядя Аарон сказал. Ну да. Мы случайно встретились в метро. Ты знала, что он там работает? Нет. Прошу, держись от него подальше. Вы с папой так и не сказали, почему запрещаете нам давайте видеться. Давайте предотвратим это раньше преступление. Раньше он часто к нам приходил. Пусть Аарон сам. Вот это походится! Сейчас. О нет! Отлично. Все, полетели. Все тихо, можешь выходить. Так, здесь еще что ли? Ну давайте возьмем что. А вот и он. Отлично. Привет еще раз. Вы с папой так и не объяснили мне, почему я больше не должен видеться с дядей Аарон. Пусть Аарон сам объяснит. Подождите секунду. Прости, мы заняты пока. Все нормально. Иди, спасай меня. Эй, Капуша, я здесь. Пожарная лестница тут совсем не к черту. Залезай осторожней. Знал бы она, как мы летаем по Нью-Йорку. Поэтому лестница нам не страшная.
Поэтому ты хотела встретиться здесь? Ты опоздал. Я чуть не ушла. Тут заело. Помоги. Капсуле пришлось нелегко. Ты помнишь комбинацию? Да, сейчас... Черт, как же... Ты издеваешься? Пора бы вам уже запомнить этот код. Я не всегда буду рядом для подсказки. Да запомним мы, запомним. Запомним, да, да. Ладно, так и что же вы собираетесь положить внутрь? Это тайная капсула. Только мы с Майлзом знаем. Супер, так и надо. О чем не узнают, то не сопрут. Эй, Рик, а ты правда идешь в Роксон или как? А что, пойдешь, если я не пойду? Возможно, смотря что там предложат. Ну-ну, конкуренция, да? Что ж, вот их идея. Чтобы я вел группу по чистой энергии. Я ж говорю. Чистая энергия спасет мир! Мой чудесный фан-клуб. О, помяни черта. Роксон, сейчас вернусь. Ты же помнишь код, да? Числа Фибоначчи. Класс. Прикольно, как тессеракт как будто. Скажи, наш преобразователь был просто огонь. Это точно. Как думаешь, он все еще в научном центре? Надеюсь. Ого, погляди на провинциалы. Один Рик, как всегда, на стиле. Ага. С ним что-то случилось? Вы с ним что, поссорились? Нет. Ничего такого. Фина. Все нормально. Почему мы перестали общаться? Черт, я опаздываю. Надо бежать. Эй, мне кажется, мы оба что-то скрываем. Давай в следующий раз без секретов. Лады? Да. Я подумаю. Но не опаздывай. Увидимся, коротышка. Ты в курсе, что я теперь выше тебя? Здесь нет. Так, давайте просмотр. Выпуск из средней школы. И радостный, и грустный. Фина пошла в мед... О, как же приятно было снова увидеть Фину. Ну, сколько они напрятали, а? Но немного позже. Да, сейчас окей, пора домой и на митинг. А, можно переместиться. Хорошо, на метро. Что у меня да, типа, на метро прокатимся. Окей. Погнали. Наверное, будет сейчас переход, как в метро, по-моему. А, нет, этого не случилось. А это, по-моему, было в до версии ремастер. Не ремастер, версия первого паука. Вот там можно было проехаться на метро. Здесь что-то я не помню такого. Есть? А ключи у тебя? Да, у меня. Круто. Пошли, очень а то круто. Опоздаем. Эй, чел, я тебя в костюм снега напихаю. Ты по-прежнему в костюме? Ну да, на всякий случай. Как красиво, очень круто. Все будет хорошо. Вот что мне больше всего нравится в Гарлеме. Уличные фестивали, лучшая еда в городе, шикарная музыка. Да, очень неплохо. Побежали. Знаете, когда привыкаешь к быстрым передвижениям, то прям хочется прыгнуть, знаете, на паутине быстро долететь до этой точки, да и все. А так, как будто, блин, тягость какая-то вот есть в этих передвижениях. Ну, понятно, что он передвигает как обычный человек, а 90% игры мы играем как Человек-паук, поэтому привыкаешь. Смотри, скорости. Роксон и правда не забывает о бдительности, а? Это точно. Добрый вечер, соседи! Вы помните, чего мы лишились, когда Роксон разрушил квартал? Ты чего? А я напомню. Да, просто вспомнил. Там была кондитерская лавка, где делали лучшее домашнее мороженое в Нью-Йорке. И детский сад Джунипер. Все будет хорошо. Твою маму не дадут в обиду. Церковь
Сейчас как назло что-то произойдет, по-моему. Ты же человек, эй! И сейчас Роксон развозит Нуформ, это экспериментальное топливо, по городу, но молчит об опасности. Это послание Роксону. Ваш руководитель Саймон Кригер – убийца. Плаза – это памятник его преступления. И я не позволю ее открыть. Подполье не позволит. Все серьезно. У нас проблема. Прошу сохранять спокойствие! Некуда бежать! К бою! Не волнуйся, иди. Я помогу твоей маме. Ганки, молодец. Я помогу. Идем. А мы тут как тут. Погнали, надаем им люлей. Воу. Так, запустим-ка голограмму. Капец, их много, да? Вербовка работает. Так, где? Не вижу. Летели. Ё-моё. Осмотреть место взрыва. А вы знаете? Майлз! Знаете, что я сделаю сейчас? Ты где? Я дома, но могу приехать в больницу. Нет, будь в безопасном месте. Ты ранена. А вдруг с тобой что-то случится, а меня нет? Милый, это не как у Ратуши. Мы в порядке. Будь в безопасном месте. Понял? Когда вернусь, разрешу тебе подписать мой кейс. Ладно, мам. В общем, чтобы было интересно, люблю тебя. Продолжение следует. Мы туда доберемся уже в следующей, в третьей части прохождения, вот к этому мосту. Поэтому большое спасибо, что смотрели эту часть до конца. Не переживайте, следующая выйдет уже вот-вот. Поэтому с вас лайк, комментарий и подписка на мою телегу. Там будет вся информация по поводу прохождения второй части Паука. В общем, все ссылки в описании. Увидимся.